ушел от нас великий человек, великий сын своего народа, Якутии, который прожил непростую жизнь в непростых условиях, в непростых обстоятельствах, в сложнейших условиях, находил сложные решения для своего народа. Он останется, этот человек, как великий сын своего народа и будет не только вдохновлять художников, таких как я, на написание вот портрета его и написание большой картины, которая называется «Цивилизация Саха», в ширину больше 9 метров, которую я до сих пор пишу, благодаря тому, что он когда-то помог мне начать это дело. Но в силу того, что разных обстоятельств, я не смог ее быстро закончить, потому что это гигантский труд. Я продолжаю писать эту работу. Ушел от нас великий человек, который заражал любовью к якутам, к Якутии, ко всем народам проживающим. Любовь. Вот что было внутри этого человека. И мудрость, которую дал ему Бог за то, что он посвятил себя служению народу, служению своей республике. Светлая память этому человеку. Вот его портрет, который я представил на его 80-летие. Этот портрет очень многим понравился. Просили отдать его, но я тогда не отдавал. Это портрет был на 80-летие, представлен на выставке. Вот первый президент Республики Саха Якутия Михаил Ефимович Николаев. Фрагмент картины «Цивилизация Саха». Вот автор, художник Кирилл Киселев. Где только не был этот портрет, я везде вожу его с собой, по всему миру, на выставках. И многие люди останавливаются, иногда даже очень много стоят и пытаются узнать, кто изображен. И мне приходится рассказывать, давать брошюры, показывать книги Михаила Ефимовича. Это, конечно, большая честь для меня. Ну и он тоже. Всегда с радостью на мои вопросы отвечал. Всегда помогал мне. Всегда был очень приветлив и дружелюбен ко мне. И это большая честь для меня. Очень благодарен ему за это. Считаю его своим, конечно же, учителем во многом. Он меня очень многому научил. Вечная память вам, Михаил Ефимович. И пусть грядущие поколения будут видеть этот портрет и будут знать, как нужно любить свою родину. А мы будем помнить вас, учиться у вас. Вот. Ох.